В Музее изобразительных искусств открылась 35-я выставка Вячеслава Смирнова. Автор представил на соцзрители около 50 своих картин. На полотнах – природа Северного Казахстана. Побывала на вернисаже и наша съемочная группа. На полотнах живописная природа родного края. Автор этих 50 картин – Вячеслав Смирнов. Родился он и вырос в селе Пресновки Жамбылского района. С детства привык видеть красоту в окружающей природе и переносить ее на холст. Сегодня у Вячеслава Смирнова около 1500 работ. Это уже 35-я персональная выставка. Ну, как бы, с одной стороны, вроде и готовился к ней, потому что много новых работ 18-го года. В основном, что наша природа – наши красоты, наши реки, озера, леса. Поддержать художника пришли поклонники его творчества, родные и друзья. В их числе Любовь Ткаченко. Они вместе росли. С семьей она преодолела больше 3500 километров. Приехали из Крыма. Со мной приехали внуки, дети. У нас с Крыма приехало 10 человек. Картины нам очень нравятся его. У него такая энергетика. Его картин у нас очень много. Мы каждый раз приезжаем сюда. И каждому из нас у нас много. Каждому Вячеслав Борисович подписывает свою картину. У нас они и на работе висят, и в доме висят. Оценили оригинальность картин, мастерство автора и посетители выставки. С творчеством Вячеслава Борисовича я уже знаком. У нас дома есть 3 картины Вячеслава Борисовича. Но Вячеслав Борисович очень все выражает натурально. Удивительно, от природы все так четко передано. Смотришь на картину и сразу вспоминаешь, что ты вот проезжала, это видно, красиво очень. «Времена года» – так Вячеслав Смирнов назвал свою очередную выставку. Она будет работать в Музее изобразительных искусств месяц. Айгерим Мукашев, Мальдыша Ахмед, Михаил Казначеев. Новости МТРК.